Здоров, братва, с вами Миха, это Танки Онлайн. Вы смотрите рубрику «Антикиллер». А для тех, кто не в теме, сейчас поясню. Суть этой рубрики заключается в том, чтобы вот на этом аккаунте дойти до звания легенда и при этом за все время игры вообще не сделать ни одного килла. Так, чувак, минки будешь ставить своим одноклассникам, сразу запоминай. А я сейчас, кстати, ее, наверное, разминирую, а то она мне в дальнейшем будет мешать, вдруг я по этому же пути поеду и подорвусь. Ну, забуду про нее и подорвусь. А сегодня, кстати, я выполню еще одно недельное задание, и мне дадут, по-моему, два контейнера недельных. А, соответственно, это равняется 6 коинам. Итого, тихо, блин, какой-то ДДшный смоковод. Так, нормально, вроде идем, окей. Наверное, я сейчас попробую. Да что ты меня как волтузишь, как собаку. Опа, давай уж добивай меня, чувак, в конце концов. А, ты не крутишь башни, да? Я понял, в чем твоя проблема. Ну, давай последнюю плюху. А, у меня в прошлом видосе было открыто 3 недельных контейнера, за что я, в общем-то, получил 9 танкоинов. Так, а кто быстрее из них доставит? Давайте посерединке стоять. Потому что непонятно. Блин, и что-то вон тот... Ага. Вон тот флагоносец что-то там встал, нифига не доставляет. А, ну и, соответственно, сегодня, повторюсь, открою 2 недельных. Ой, врезался. А, и так как у нас в одном недельном 3 танкоина, то 3 умножаем на 2, это будет 6. Итого у меня уже есть 9, будет всего 15. Тихо. Опа, по скиллу уходим от минки. Да, братан, ты что-то вообще как не вовремя ее поставил. Ладно, не буду я ждать, пока они меня сольют. Блин, гром какой, зараза, лупит. Как из ведра. Так, мне бы вот эту аптечку. Ну, конечно, лучше тебе ее взять. Ты же так фуловый. Ой, беда с этими ребятами. Ой, беда. Так, давайте-ка подлечим, что ли, его. Хотя нет, не будем никого лечить. Вот еще один умник, который взял флаг и катается по базе. Вот на громе, который стоит. Непонятно вообще, чем занимается. У меня, кстати, на этом аккаунте, я только что вот заметил, кончились аптеки. Это как я так допустил-то? Братва, советую вам посетить игровой канал RigZTO, на котором регулярно выходят интереснейшие видосы по танкам онлайн. Мне лично канал пришелся по душе, уверен, что и вам зайдет. Хоть это и молодой канал, но он уже показывает неплохие результаты. Например, даже появилась первая ЗЛП. Так что переходите, подписывайтесь и оценивайте. Ссылка на канал в описании. Ну ничего, мы сейчас попробуем без аптек выиграть. Хотя, в принципе, и так уже, наверное, победа. Счет-то 35-11. И тут уже просто вопрос времени. Как быстро мы эту каточку выиграем. Ух ты, нихрена себе, какой опасный. Ну-ка, подвинься, чувак, подвинься, я тебе сказал. Блин, аптек нету. Вот как бы их сейчас подорвать бы всех троих, даже четверых, блин. Вот бомбу оставить бы, и все, им бы всем хана пришла. Так, окей. У нас, кстати, чувак, он в анимированной краске. Это круто. Ладно, окей, сейчас будем их как-то стараться. Обман, не трожь броню, собака. Это моя. Блин, вот если бы я сейчас за тебя упал, я бы тебе просто, блин, все уши оборвал бы. Так, окей, поехали. Лучше вот тут, потому что там по прямой ехать как-то не очень. Хотя тут можно на трамплинчике постараться на них вот так вот запрыгнуть. Эх. Блин, ну подвиньтесь вы. Да что ж такое-то? Вот, блин, слейте кто-нибудь этого козла на диктаторе. Вы что, какие-то тупые-то, блин? Вообще просто трешак какой-то. Вот он встал тупо на точке и никому не дает доставить. В чем проблема просто взять и убить его? Какой-нибудь шальной васп, у нас же куча васпов. Ну просто возьми и бомбу поставь. Я вообще в шоке от этих игроков. Да пошел ты нахрен еще отсюда, а? Ой, кончен, смотрите, что это за игроки? Вот что это, блин, лаганое? Вот я даже не знаю, как это назвать. Ладно, пойду за тем. Он сейчас еще на мне висеть будет, этот утырок. Кошмар какой-то. Где еще флаг-то? Смотрите, он еще и взять мне не дает, этот ублюдок просто. Кошмар, я просто в шоке реально от этих игроков. Один вон, непонятно, ну мы сейчас так проиграем, это же понятно. О, этот конченый, что, он потерял флаг, что ли? А, это он просто это, говнолагер поганый. Он даже тупо довести не может, вот, ну как не бомбить на этих шакалов бесполезных. Вон, видите, лагает как кусок. Не буду говорить чего. Ну, короче, просто, блин, опять этот респанулся. Да что ж такое-то, а? Почему всегда, когда я еду, хорошо хоть доставил?
Вот давай, бей его. Ты больше все равно ни на что не способен, баклан. Почему всегда, когда я привожу, респается там этот поганый диктатор? 40 на 25, мы, между прочим, так можем и проиграть, катку. У нас он там в минусе, что ли, этот дурень лежит? Ну, конечно, блин, ну, ёлки-палки. Вы мне говорите, не бомби... Не трожь собака, псина поганая. Вот как еще, блин? Ой, жесть какая, ребята, как меня бесит вот эти вот дегенераты. Я еще просто сеть даже представить не можете. Так, надо их как-то обмануть. А хотя как там обманешь? Там этот диктатор встал на точке, его фиг сдвинешь. Он то ли М1, то ли еще какой-то. Меня же к нормальным, к моим званиям не кидать. Меня кидают всегда к званкам выше. Вот еще один конч. А нет, но он хоть не стоит. Так, я здесь проеду, что ли? Блин, а что толку я поехал? У меня нитра кончилась. Так, что у них там на базе? Ну, он стоит, он там, он у них стоит. Его хрен сдвинешь оттуда. Он прям на точке стоит. Я по-любому ничего не сделаю. Бомбу я не могу нарить. Вот этого бы выманить отсюда. Давай, прыгай, балбес. Сейчас у меня нитра появится, я хоть попробую стартануть. Вон с того трамплинчика их всех перепрыгнуть. Ну, потому что других шансов, если честно, вообще нет у меня. Идея так, окей, появилась. Блин, они там еще занарили все эти. Как их звать-то? Господи. Все, давайте, оба езжайте за мной, а я сейчас пойду прыгать. Они там еще овер свой паршивый занарили. Вот тут вот где-то минка должна быть. О, пожалуйста, смок и меня лупит. Прыгаем на него прям. Хорош, хорош, сработала тактика. Вот это супер. Вот это дядя Миша могет. Вот еще бы бомбу им дать. А эти вон придурки, вон один конченый опять взял флаг. Вот как вы мне говорите вообще не бомбить на них? Это же просто стадо баранов, блин. Ну вот реально. Вы бы сейчас на моем месте точно так же бы говорили. Мы, конечно, наверное, эту катку выиграем, но это, мне кажется, просто за счет того, что я изначально кучу флагов натаскал. Вот, смотрите, конченый, как он упал-то, блин. Я просто в шоке. Вот реально говорю, я, блин, у меня еще аптеки нет, сейчас он меня сожгет, паразит. Но это победа. Ладно, сейчас играем, наверное, еще одну каточку. Смотрите, я сейчас стопудово буду на первом месте. Наверное, уже за 8 секунд я по-любому не довезу. Тут уже бессмысленно. Но мы затащили просто вот, я даже не знаю, каким-то чудом, блин. Конечно же, первое место. О чем тут еще говорить? Вот последние 4 человека даже не получили ни одной звезды. Это же просто стадо. Ладно, погнали еще одну битву. Итак, ребята, закинуло меня на полигон, и я смотрю, что мы уже потихонечку сливаем. Ну как сливаем? Битва-то, в общем-то, только... Хотя какой только началась, осталось 4 минуты играть. Ну давайте там тормоза доставляйте, блин. Неужели? Ну, конечно же, я попробую спасти эту команду, хотя тут уже, мне кажется, все печально. Ну, нормально, он мне уже перекрывает дорогу, нифига не видит, что его сокомандник пытается помочь и довести флаг. Один вон конченый опять стоял, там я его видел стопудово, прям это он был на этом, как его звать-то, на страйкере, короче. Ну просто тупо встал, как обычно, взял флаг и стоит, нагибает. Да, вот это же просто супер игроки. Но ничего, сейчас я попробую тут что-нибудь хотя бы сделать. Блин, кто так лупит? Вот на самом деле проблема в том, что у меня нету аптеки-то. Они меня могут тут шатать как собаку, а без аптеки очень трудно доставлять. Так, окей, уже мы выиграем 20-19. Давай. Вот этот вот Жига просто красавчик. Я сейчас попробую с ним как-нибудь в команде потаскать. Так, отлично. Но он, к сожалению, сейчас вот не смог доставить. Так, берем нитру и валим вон туда. Так, чувак, ты не бери. Ты уже свой шанс прокозлил. Сейчас попробую я. Так, тихо. Блин, там смотрю эти шафты. Опа, от одного. Блин, я нифига от шафта не убежал. Вот это жесть. Ну, конечно, у меня аптеки нету, они меня сейчас добьют. Вот, блин, шафт поганый. Это пахнет проигрышем. Так, тихо, спокойно. Значит, надо по левому флангу, мне кажется, доставлять. Да, блин, как они нагибают? Так, опять тут шафт. Сейчас будем от него бежать. Вот, на самом деле, хоть иди покупай аптеки. Вот, серьезно говорю. Иди отсюда, козел. Пойду хоть с той стороны объеду, что ли. Так, мужики, спокойно, никто меня не видит, почти, ну давай, блин. Не, пойду покупать аптеки, это вообще потому что не дело. Ну смотрите, мы уже сливаем прям, ну не, мы хотя выигрываем. Так, у меня кристаллы вроде есть, идем в припасы, и мне, наверное, я даже не знаю, ну штук 10, я думаю, надо точно. Давайте 10 штук купим, ну потому что, ну куда это, ни в какие вообще рамки не лезть. И сейчас я этим козлам покажу. Опа, у нас голд, вот это я вовремя закупился, да, ребята? А где, кстати, голдик? Может, я, кстати, сейчас и свои
Так, спокойно. Где голд? Может, он тут? Тут нету. Где голд-то, ё-моё? Я вообще что-то не врубаюсь, где голд? Где он, блин? Вот он. Ну, мне там, конечно, через этих не пройти. Стопудово. Смотрите, там два чита... Ай, один мамонт, один чита. Ну, это вообще капец. Но зато флаг я все-таки доставил. Окей, аптека мне по-любому помогла. Так. И броня у меня, кстати, на исходе. Это вообще печально. Так, на центре нету. Тут ничего нету. Шафт пока. Блин, как там всех много-то, а? Да отстань ты, чувак. Блин, как охота нажать shift, вы себе даже не представляете. Так, 40 на 35. Еще минуту, давайте, парни, соберемся, блин. Что вы как нубики-то, в конце концов. Так, делаем вот так. Сейчас попробую как-нибудь хитрым путем у них флаг забрать, вот так. Опа, ныряем сюда. Нормальненько, выныриваем отсюда. Объезжаем вот отсюда. Забираем у них с базы бронечку. Опа, изи доставка. Ну, это просто замечательно. Так, меня сливать... Ну да, окей, окей, слейте меня, потому что... Ну, слейте, что ли, меня, в конце концов. Я что, поеду таким на базу, что ли? 30 секунд, блин, ребята, ну давайте. Еще хотя бы один, и это будет стопудово победа. Так, тихо, тихо, какой-то шафт едет жирный. А смотрите, он типа такой хитрец. Типа хитрец, он думает, что он встал на флаг, и все, его никто не заберет. Так, я попробую сейчас опять тем же путем. 10... 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, отстань, гром. Вонючка, давай, давай, давай. Ес, доставил, все, это 100 пудов, ребят, победа. А если бы сейчас я не доставил, счет был бы 45 на 45, и мы бы ни хрена не затащили, была бы ничья. Так что можно сказать уверенно, что катку затащил именно я. Ладно, погнали, ребята, сейчас в гараж. У меня тут, я напомню, два обычных задания, которых я сейчас заберу. И в итоге... Ух ты, даже два недельных. Это круто, это круто. Значит, итого я сейчас должен получить, да, три недельных контейнера. А ну давайте их... О, кстати, откуда эти контейнеры? Я не понял. За челлендж. А, ну окей, за челлендж один. А еще два откуда у меня взялось? Блин, нифига себе. Окей, ладно, давайте открывать все. Сначала открываем эти. Так. Кристаллики, это круто. Ускорение, ну, тоже надо, потому что у меня там все кончается. Двойная защита, хорош. Так, сколько аптек? 9 штук всего, вы что, с ума сошли? Батареечки 6, которые мне пока не нужны. И вуаля. 9 танкоинов еще. Итого у меня сколько танкоинов? Всего вроде 18, да? Давайте в магазин зайдем. Да, 18 танкоинов, это уже неплохо. Я, конечно, еще далек от какой-нибудь там штуки, потому что там минимальная цена на что-то около 400 или 500 танкоинов. А, ну а теперь давайте откроем обычные контейнеры. Не знаю, что ж оттуда выпадет. А, это же за заданки контейнеры. Блин, что я туплю-то, точно. За два задания контейнера. И, соответственно, один за челлендж. Вот я, блин, дурак. А, краска Австралия. Пока фигня полнейшая, конечно... 3,5 тысяч кристаллов. Ну окей, кстати, я, по-моему, уже накопил на комплект вампир. Мне осталось только звоночку добить и, в общем-то, все. Ну давай, изидочку XT. Ну давай. Ну что ты как... Ну понятно все. Лучше бы, на самом деле, броня упала или нитра, потому что двойной урон мне как бы ни к чему. Ну окей, пусть будет. Краска Австралия, ребята, не знаю, хорошая, нет. В принципе, она чем-то даже похожа на краску... А где уж, вот он. На краску Космос. Ну, я имею в виду, в плане цвета цвет такой же. А вот этот вот флажок, ну вот с такими тоже точками, как будто звезды на космосе. А, короче, вот такой, ребят, ролик получился. Кстати, блин, чуть не забыл, для розыгрыша промокода в комментариях под этим видео вместе со своим ником напишите кодовое слово Австралия. На этом все, друзья, с вами был Миха, огромное вам спасибо, что смотрите, не болейте и до новых встреч.